лето всех встречает, порезвиться вместе с нами лето приглашает. На празднование Дня защиты детей во дворе 84-го детского сада собрались более 120 детишек. Это на сторонний взгляд, просто праздник. Малыши показывают итог того, чему научились за учебный год. Рассказывать стихи, танцевать, петь, разгадывать загадки и рисовать. Еще раз доставить детям радость, показать все прелести нашей детской жизни. Почему нет? Поздравить малышей в 84-й сад пришли и росгвардейцы. Это у них тоже своеобразная традиция. На День защиты детей они посещают образовательные учреждения. Старший прапорщик Ева Чернева, сама мама троих детей, с удовольствием делает гимнастику с малышней. Все разрабатываем плечи, чтоб походом было легче. Все разрабатываем ноги. Я поздравляю детишек и их родителей с праздником, с Днем защиты детей. День защиты детей – это не только танцы, но и более весомые вещи. Например, асфальт, на котором выступают ребята, был уложен в этом году. А еще вот эта площадка на 600 квадратных метров доживает в таком виде последние дни. При содействии депутата Мособлдумы Ларисы Лазутиной здесь летом будет возведен новый современный безопасный спорткомплекс. Это и называется «Забота о детях». Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».